Уважаемые друзья рыболовы, всем крепкого здоровья. Как вы можете заметить, снега у нас навалило просто чуть ли не по пояс. Позавчера выбирался на водохранилище на большое, чтобы половить более-менее хорошую рыбу. Вот так получилось, то, что расстояние в 1 километр превратилось в настоящее испытание. И в конечном итоге рыбку я так и не поймал. Поймал 2 штучки, маленькую заплатку и маленького окунька. Поэтому сегодня решил выбраться на реку, походить, поурить лунки, классическим методом поискать рыбку и половить на безмотылку. Ну и, собственно говоря, вас приглашаю в эту удивительную зимнюю красоту. Сегодня вообще налегке. Просто ледобур у меня, санки и ящик. В ящике подводная камера, 2 удочки всего-навсего взял с собой, маленькую коробку с мормушками. Ну и все, больше в принципе ничего. Будем ходить, будем бурить, будем искать, будем ловить. Далеко не всегда погода позволяет выбраться на рыбалку. Бывают выходные дни, когда вроде бы и время есть, и желание половить есть, но стоит крепкий мороз, кружит метель и особо не до рыбалки. В такие дни я либо провожу время с семьей, либо занимаюсь самоделками, либо играю в викингов. А с выходом долгожданного масштабного обновления Хеллхейм играть стало гораздо интереснее. Когда уже давно играешь в игру, всегда хочется чего-то нового, каких-то обновлений и дополнений. Так вот, для ярлов любых уровней открылись врата в Хеллхейм, таинственный мир мертвых, сулящий опасные приключения и уникальные трофеи. Вместе с избранным воителем вы спуститесь в катакомбы Хеллхейма, где вам предстоит в пошаговом режиме сражаться с мистическими врагами, воинами и порождениями мглы. Исследуйте подземелья, получайте награды, улучшайте здания в Хеллхейме и прокачивайте своего воителя. Так что, ярлы, скорее знакомьтесь с таинственным миром Хеллхейма и погружайтесь в новые захватывающие приключения. Лично мне викинги помогают подумать о чем-то еще, кроме семьи и рыбалки, и немного расслабиться и чуть-чуть отдохнуть. Ребята, в честь Нового года я совместно с разработчиками викингов устраиваю невероятный конкурс для новых игроков. Главные призы – новенький iPhone 12 Pro, iPad Pro и клавиатура к нему, а также MacBook Pro. Условия предельно просты. Чтобы получить iPhone 12 Pro, нужно быть одним из тех, кто дойдет минимум до 15 уровня дворца до конца января. А вот iPad Pro с клавиатурой или MacBook Pro – получат те ярлы, которым удастся дойти до максимального уровня дворца до конца января среди остальных участников. Вот лишь малая часть счастливых обладателей призов. Внимание, розыгрыш состоится 5 февраля. Всех поздравляю с наступившими праздниками и напоминаю, что каждый ваш переход по моим ссылкам помогает мне развивать канал. Качайте викингов именно по моим ссылкам в описании под видео. И станьте героями захватывающих событий в мире викингов. Смотри это видео до конца, а также ищи меня в игре под ником Владимир Зуев. Thank you.
Смотри, какая рыба попала. Ах, ты убежал. Вот это было. Попал. Ой, не буду все-таки. Вот они, родимые, плавают тут. Надо их соблазнять. Нормальные окушки. Просто не все клюют. Вон еще. Там еще вдалеке один. Окунь есть. Ловить надо уметь. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Приплыл позировать. Попался. Схватил хорошо. Беги. Пришел в такое интересное местечко. Сейчас попробуем буранить несколько лунок. Посмотрим с подводной камерой, есть тут окуньки или нет. Ну, место красивое, с виду. Лишь бы рыба только была. Поменял я сейчас мормушку. Поставил самодельную с одним крючком. Такой золотой пайеткой. Сейчас попробую на нее, потому что хочу понять, неужели сегодня рыба откликается только на чертика. Причем чисто на голову, черного цвета, такого маленького черта. Вот, так что сейчас пробегу лунки с этой самодельной мормышкой. Если на нее не будет поклевок, посмотрю еще камеры, есть ли рыбка или нет. Но я уже так-то посмотрел. Окунек плавает. Сейчас буду пробовать его поймать. Оп, есть, 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 есть. Вот это, ребята, окушок клюнул, присоседился, какой красивый. Вот это класс. Не зря прошел я. Только прикольно. Может, еще есть.
долго я его утрясывал. И клюнул, между прочим, на самодельную мормышку. Вот. Ну-ка, давай еще. Ну что, в этом месте был только один окунек. Так что, как говорится, волка ноги кормят. Ну и нас, в принципе, и ноги, и ледобур. Пошли дальше. Тут вот я еще ни разу не ходил. Местечко тут интересное, конечно. Вот. Там вон перекат. Струя куда-то уходит. Непонятно куда. Непонятно как. Крутит она тут или вертит. Вообще не поймешь. Тоже куча разрезиков. Всяких разных. Там он тоже подмывает. Так. Ну что, надо, наверное, попробовать забурить. Вот незадача. Въехал, в общем, в дно и посадил вторую пару ножей. Запаска кончилась. И бур сейчас не идет. Он срезало и здесь кромку. Вообще бур не идет. Короче говоря, придется сейчас идти назад и рыбачить уже на буренных лунках своих. Рыбалочка сегодняшняя подошла к своему завершению. Как вы, наверное, заметили, рыбу под лунками было просто тьма тьмущая. Однако слом погоды не позволяет рыбе как-то нормально питаться, поэтому она очень плохо реагирует на мормышки. Тем не менее, своих окушков я все-таки поймал. Лесточка немного позвенела в руках. Была подсечена, но, к сожалению, не выведена хорошая рыбка. Упиралась очень сильно. Боялся просто леску порвать 2.08. Прям реально на пределе было. Не знаю, может быть, грамм 300-350. Просто с метровой глубины очень сильное сопротивление было. В погоде намечается определенный слом. Уже целую неделю дует восточный ветер. И буквально через несколько дней начнет дуть запад. Так вот, когда начнет дуть запад, когда начнет более-менее температура на градуснике ползти вверх, вот тогда и половим. Ну а у меня сегодня все. Увидимся с вами, ребят, в следующих видео. Всем ни хвоста, ни чешуи, крепкого здоровья и всем пока.